Всем привет и добро пожаловать в игру Left to Survive. Так, оставлено выживать, агентство Грейвер, новые какие-то подарочки за что-то там дали. А, это хорошо. Битва кланов идет, соответственно, нужно сюда. О, тут все плохо, но все равно зайти нужно, исполнить, что-то исполнить. А, и для этого, собственно... Не очень приятно здесь, потому что кто-то прошел только одну миссию. Плохо, лучше пусть кто-нибудь еще пройдет одну миссию. Так. Ну ладно, начну простыми героями. В принципе, без разницы. Посмотрю просто, насколько вообще зомби серьезные. А дальше посмотрим вообще, что можно тут сделать. Может, я тоже пройду только одну миссию. Но надеюсь, нет. Надеюсь, я посерьезней игрок. А я смогу пройти эту миссию и следующую. Не подставляя своих соклановцев. Но нас еще, я так понял, никто не играл, раз мы только на первой карте. Ну, точнее, у нас только два домика там прошли. Я так полагаю, никто не играл еще. О, да ладно, ты прям такой шустрый. И агрессивные зомбики рычат, прыгают, рычат. Паркур высочайшего уровня. Район 13. 14, 15. Так, зомбики, давайте-ка назад. И без вас здесь тяжело, непонятно, что делать. Перезарядочку срочно. О, прыгун, прыгун. Но нормально, на самом деле оружия хватает, быстро они все сливаются, это хорошо. Это хорошо. Я, честно сказать, ожидал, что будет немножечко сложнее, но это приятно, что на самом деле не все так сложно. Даже подснял прыгуна так легко. На остатки патрон вообще. В магазине. Так, хорошо. Что дальше? Перезарядка везде вообще. Пулемет закончился, и тут на пулемете перезарядка. А я даже не посмотрел вообще, какие ежедневные задания. Может быть, там что-то есть, типа бойни, не бойни, там, я не знаю, хедшоты какие-нибудь. А то я просто так поливаю вообще направо и налево. Опять он там брейк танцевал. Ну ладно, 39, хотя хоть как-то какой-то плюсик вообще. А я что, нажал на следующий или что? Надеюсь, я просто что-то не посмотрел вообще, какую кнопку я нажимал. Вроде как нажал правильно, чтобы не пропустить ничего. Двоих, что ли, сразу прям? Того, кто спрыгнул, и зомбика, который шел? Прикольно. Давай. Подрывник, иди сюда поближе, подходи. Окей. А, снайперка. Снайперку не хочу. Ну тогда пулемет. Окей. Норм. Пока вроде норм. То есть Карин, на самом деле, у нее оружие слабенькое. Снайперка, это, конечно, дело хорошее. Вот. Дробовик тоже неплохо. Помогает. Можно вот так вот добивать некоторых, чтобы... Чтобы... Если уж как-то это... Не уходить в перезарядку на дробовике.
Да ладно. Ребята, 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 ребята. Что происходит? Какие они суровые, а? Так можно и проиграть на самом деле. Ну да, Карина, конечно, послабее, чем тот персонаж. Ой-ой-ой, еще и промазал. А, ну все, отлично. По крайней мере, не пришлось использовать аптечки, уже хорошо. Тридцаточка, там 39 было, получше. Ну ладно. Так, что еще? Опять церковный приют, да? Я, в принципе, задание уже выполнил. Средний. Но опять пойду простыми, потому что, в принципе, вдруг сейчас кто-нибудь еще завершит этот уровень, и можно будет атаковать как раз... буду атаковать тогда уже здание противника с игроками, своими героями с огоньком. А то, даже если там будут слабые противники, хотя бы... Ну, принесу максимально большое количество очков. А то с этими-то вообще там ничего каши не сваришь. Лучше тут на зомбиках оторваться. Два патрона всего-навсего, но зато вроде как более-менее мощный дробовик. Вот сейчас только с летающими надо будет разбираться, но я думаю, что на пулемет переключусь. Да, вот на пулемет переключимся, и все будет норм. Уйди отсюда. А чё так мало патрон? Да, но пока еще защита есть, то есть они ее не пробили. Даже не снял ее, ничего себе. Много их тут. Ладно. Надеюсь, какие-то бонусные очки я все равно заработаю. Сложно будет только с Кариной потом. Так, а где этот? Выходи, выходи. Остался последний. Мои бонусные очки съел. 39, ладно, тоже неплохо. Потянет. Ага, тот же самый этап, да? То есть получается одинаковые уровни. Ну, максимально буду стараться... всех зомби снести, чтобы заработать чуть побольше очков, чем в прошлый раз. То есть просто буду стараться как-то это. Так, иди сюда. Отлично. Все, максимально быстро сносить. У меня там пулемет есть как раз на прыгуна. Хорошо, быстренько, быстренько. Так, вот тебе. Отлично. Ну, пока вроде неплохо, да? Можно на самом деле попробовать, не попробовать.
Да, не очень хорошая затея. Чё-то я снайперкой кашу, так что лучше оставить как минимум дробовик. Все. Надеюсь, плюс 35 хотя бы будет. Пожалуйста. 41. Герой вообще, мощь, сила. Так, хорошо. Здесь у нас остался один этап. Надо бы его оставить кому-нибудь из игроков, а потом влиться как раз именно в бой против героев. Забрать ежедневные задания. Точнее, награды за ежедневные задания. Заодно прикупить, наверное... А, не, не прикуплю, это же как бы не за каждое задание даются там награды. Забрать. Так, сколько у меня монеток есть? 250, а этого хватает как раз. Это хорошо. Вот сюда вот. Так, что у нас здесь? Огонь. Хорошо. Заново. Заморозка. Щит. Ящик бесплатный. Еще ускорение плюс. Спасибо. Мне как раз поможет сейчас ускорить. Так, 10. А у меня 10 есть, у меня даже 11. Раз. Ускорили. Так, надо бы на самом деле в рейд зайти. Сначала возьмем код, используем. Предложение. Проверим какую-нибудь халяву. Нет ли дополнительной халявы? Мне кажется, и нет, пока идет то предложение. Тогда используем код. И это у нас будет следующий. SH7A7S45. SN7S45. Окей. Все, энергия, золото, ускорение. 15 ускорений, это хорошо. На самом деле, потому что как раз... Так, что в магазине ПВП? В магазине ПВП запчасти. Аптека. Много нельзя, да? Можно только две купить. Ну ладно, хорошо. Тогда две аптечки. Все. По поводу ускорения это хорошо, потому что я смогу апгрейдить сейчас практически любое здание и наполовину снизить, собственно, время его апгрейда. Так что... Плюс 15, у меня один был, 16, это прям хорошо, хорошо. Так, здесь у нас гранаты, еще аптечки, все. В магазине сделали покупку, заработали. ПВП-дробовик, завершить экспедиции, башни в рейды. Башни в рейде, пожалуйста, прямо сейчас. Только мне нужно... Такие поинтереснее награды, поэтому я чуть-чуть подольше поищу. Даже не 20, а вот желательно 25-30, что-нибудь такое. Потому что 20-21 там в принципе дают. Вот, 28, отлично. То есть максимально большую награду буду забирать сейчас, потому что мне... Вот, 27, ну тоже почти 28. Пока везет, по крайней мере на 2 награды. Если еще пару таких будет, уже будет 300, а мне надо на самом деле 400 с чем-то. Долго, конечно, долго это все набирается. Так, 27, отлично. Жалко, конечно, нет ничего такого типа под 30-35+. Но, окей, 24 забрал. 300. Опять 300 тысяч и использую еще ускорение, ну не ускорение, а энергию, топливо. 26 летать надо, не хочу. Вот, 31 тут летать надо и в принципе база серьезная, но я надеюсь, я смогу победить. По крайней мере 31 это, ну, чем больше, тем лучше. Нужно максимально... выжимать то, что можно.
А хорошо, на самом деле я его забрал, да? Попаду, не попаду? Попал. Ну, попал в хорошем смысле, на самом деле. Так. Окей, окей. Не уходим в перезарядку. Отлично. Отлично. А, осталось, да? Осталось, да? Не получилось. Получил все-таки урон. Но тут зато уже больше ничего нету. Хорошо, ладно, с этой базы разобрались. Я немножечко переживал, что не хватит у меня мощи, чтобы ее так быстро разнести, но зря я переживал. Все-таки ушел в перезарядку, в которую не хотел уходить. Я думал, хватит пара патрон, но оказалось, что пришлось добить ракетой. Ну ладно. Так, это сделали. Еще надо найти. 27, но там не авто, не хочется. 22. Точнее, 22 тысячи. Хочется просто до 30-ки, хочется просто на самом деле автоматом забрать. До 30-ки хочется забрать автоматом. Ну, 25 плюс, 25-30. Надеюсь, что-то еще сейчас быстренько попадется. Пока нету, пока нету. Что-то маловато. Маловато. Не хотят жертвовать. О, 29, отлично. Поныл чуть-чуть и сразу дали нормальную награду. 20, не, нет, неинтересно. 32, и у нас, я так полагаю, бот. Ну, я очень надеюсь, потому что 57-56 это сильно. Для бота это норм, но если это игрок, это сильно. Хотя здесь пулеметные вышки, они, конечно, хорошо снимают, но у нас тоже все норм. Слушайте, а это игрок, да? Две увел, две получил. Даже четыре получил. Ну. Так, здесь уже неинтересно. Здесь надо разносить вот этих вот красавчиков. Слушайте, как-то хорошо так съедают. Ой-ой-ой. Так, вот так вот. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Все, отлично. Да, слушайте, а я не ожидал, что на самом деле это будет игрок. Ну, то есть я видел, что вроде как имя не бота, но до последнего не был уверен, пока не увидел защитников на базе. Ну ладно, прошел. А сколько там награда-то хоть была? Стоило оно того? Стоило вроде, да? Там 33, что ли, дали? Почти 400. А сколько мне нужно на самом деле для того, чтобы апгрейдить ГЦ? 415, отлично. То есть мне, в принципе, нужно где-то 25 найти оппонента с 25 тысячами. И все будет отлично. Даже 19, в принципе, плюс-минус уже. О, 28, все. Шикарно. ГЦ, иди сюда. Та-дам! Прям сразу.
Улучшаем. Ну, скидываем вообще все, что есть. Надеюсь, здесь будет, во-первых, награда. Отлично, вообще прям просто то, что нужно. Здесь плюс еще 24, насколько я понимаю, да. Так, сюда зайдем, сыграем. Ну, кто знает, что выпадет. Может там ускорение, может золото. Так, уничтожить. Хорошо. И сразу же прям закидываю апгрейд. Но 3 минутки придется подождать, наверное, все-таки. Да, 3 минутки лучше подождать. Зачем целое ускорение тратить часовое? Что у нас здесь по сундукам? А, ну сразу прям опять-таки награду забираю. Получается, открыл все сундуки. Заодно можно продать какие-то ненужные вещи. Продать какие-то ненужные вещи. А это что у нас было здесь, да, по-моему, что-то? Да. Раз. Два. Ну, почему не продаешься? Все. Так, экспедиции. Ну, в принципе, можно денежную завершить по-быстренькому. По-быстренькому. Как раз 3 минутки пройдет. Так, шикарно. Раз, два. И остатки вот сюда. Не снял. Слабенький он с этим автоматом. Щит еще держится, все нормально. Там сняли совсем чуть-чуть от него. Но это приятно, конечно, вот в экспедициях. Щит, когда есть, это приятно. Долго-долго снимает, конечно, с автомата. Питер слабенький, без навыков на автомат. Окей, двое осталось, да? Надеюсь, больше никто не прибежит? Прибегут. Ну ладно. Как прибежали, так и слегли. Так что идем дальше, забираем нашу награду. Раз, два, три, четыре. Не хватило. Пять, шесть, семь. Отлично, хватило на всех. Шикарно. Шикарно, все слегли, награду дали. И нужно бы на самом деле еще заглянуть в ПВП. Единственное, что там требуется дробовик поменять. И, а, дробовик есть, отлично, отлично. Не знаю, отлично от чего, но от чего-то точно отлично. Не надеюсь, попадется какой-нибудь не суперсерьезный игрок. Ну или бот. Очень разумный. Который позволит выиграть именно с дробовиком. Пепец. Дим-дим. Ну с оружием у него норм.
Как он вообще Майкла Джексона показал, а? Хорош. Хорош, Майкл Джексон. Да что ж ты бегаешь-то? Да, ну как вот, вот как вот с ним бороться? Лови. Успел, а? Да, да ладно. Да что такое-то, слушайте, ну прям... Вот это вот броня у него, а он какого вообще уровня? Что у него столько брони? Ай-яй-яй! Так, а почему не применяется? Я ее что, так быстро, точнее, уже использовал одну аптечку, ничего себе, а когда? Да. Мне кажется, я вообще никогда не выиграю. Но вот эти движения, это прям безумие. Мне кажется, что-то здесь вообще не то. Что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Мне не нравится, как он бегает. А что у него зелененькое? Это против чего? Отлично, слушайте, я не ожидал. Вот что вот это такое? Что это было? Отлично, хотя бы один сделал фраг именно прям дробовиком. Один фраг дробовиком сделал, вообще ужас против него играть. Как у него много здоровья, у него там постоянно обновляется. Два дробовика мне засчитали, да? Уже хорошо, уже плюс. У нее там все были... Вся экипировка, что ли, на быструю перезарядку?
Я так и не понял. Опять он. А, я не посмотрел, что у него там за экипировка такая была. Вот эти вот движения мне не нравятся вообще. Что у него такое? Да, вот то, что я промахиваюсь, конечно, это безумие. Как это вообще выводит из себя такие промахи? Он щит опять активировал, да? Соединение разорвано и восстановлено. Опять разорвано. Мне кажется, что-то какой-то он не очень приятный игрок. Что-то не то творится вообще с этим игроком. С учетом того, что он бегает так. Чего-то не то. Да как вот промахиваться вообще? Как вообще так промахиваться, а? Я просто не понимаю. Перезарядка. Перезарядка. Задел, да? Вот что это за движения такие? Слушай, мужик, мне всего-навсего два фрага надо, и все. Успокойся.
Да, не успел. Ладно, раздражающий какой-то игрок. Очень неприятный. А у него что здесь? Защита. А, у него защита от дробовика, скорость, перезаряд гранат аптечек. А, лечение при убийстве мачете это не работает здесь, но здоровья много. Разброс пуль, шанс критического урона. Ну, в принципе, все странно, но его беготня и разрыв соединения, с учетом того, что у меня соединение не рвется и у меня другие процессы запущены, на которые вообще не влияет никак интернет. Ну, точнее, интернет влияет. Но они никак не прерываются, и скорость вообще не меняется. То это либо игра, либо персонаж. Причем персонаж был какой-то, ну, не знаю, своими действиями неприятный. Так, остался один на самом деле фраг для того, чтобы получить все-таки это задание, закрыть его, ну и, соответственно, забрать еще монетку какую-то. Но персонаж мне не нравится. И опять он, да? И опять этот персонаж. Так, все, дробовик есть. Ага. Неплохо, ладно, по крайней мере, немножко жизни снял. Так, ладно, он меня немножечко, конечно, достает своей беготней. И то, что у него жизни так много. Наверное, больше все-таки тем, что у него жизни очень много. Жизни у него, конечно, очень приличное количество. Пока это ему не помогает. Так, а почему модуль там, а он здесь? Как это вообще работает? То есть он был здесь, а модуль был там. Приятно, приятно играть против читаков. Хотя он как-то, ну, я бы не сказал, что он читер, потому что все-таки он проигрывает. Был бы он читером, он бы вообще, наверное, не проиграл никогда. Так, остался один килл, да? Ой-ой-ой. Давай, вылезай. Ну, я не знаю, как. Как по нему попадать?
Бегает он, конечно, для того, чтобы выжить, для того, чтобы аптечка у нее перезарядилась и щит перезарядился, но все равно очень-очень странный игрок, я не знаю. На мой взгляд, игрок очень странный. Хотя у него там коньки фигурные были, может быть, он фигурист, и как раз из-за этого он так хорошо бегает. Там вроде 450 жетончиков было, или это жетончики вот сюда в магазин. Так, аптечки, которые я потратил, плюс пару гранат, тоже неплохо. Жалко только, что очень много израсходовал коктейлей. Это, конечно, неприятно. Но куда деваться? Просто я не хотел ему сливать вообще ни в какой, ни в коем случае. Во-первых, у меня была задача дробовик все-таки добить, а во-вторых, сливать я просто не хотел этому игроку. Не знаю почему, но было такое желание. Не надо огрызаться, красавица. Добегают, добегают сильные зомбики. Так, пулеметик, давай пулемет. Накапливайся, накапливайся. Окей, не вылезай, не вылезай. Вы там оставайтесь в норах своих. Я думаю, пулемет я сейчас израсходую чуть попозже. Вот, вот когда они ко мне подойдут, чтобы они все разлетелись. А теперь можно и пулемет. Хотя, наверное, подожду, потому что, мне кажется, я сейчас буду разворачиваться. И там тоже левиафан будет, или просто вообще много зомбиков, но очень рядом. Который заспавнится прям очень рядом, поэтому, наверное, на них и оставлю как раз. Ну да. Вот так вот. Все, отлично. Ну такой, такой себе этап. Хорошо, две коллекции. Первая, вторая, да, как обычно. Но я не буду забирать. Сейчас сначала еще разочек заглянем сюда. А потом уже посмотрим коллекции. Надеюсь, что-нибудь интересное выпадет. Ну, очень надеюсь, что хотя бы добьется четвертое или пятое. Так, здесь у нас не очень приятный уровень из-за плюющихся зомбиков, да? Если я правильно помню. А, или прыгун у нас будет. Поэтому палец держу на курке. Собственно, на пулемете. Как только кто-то выползает, сразу включаю пулемет. Ага. Опять попался на эту уловку с зомбиком, который там бегает по кругу. А в меня в это время плюются. Успел, успел. На всякий случай еще раз перезарядимся. Пока недалеко. А пока недалеко, я даже не попадаю толком по ним. Да нате вам. Сильные зомбики.
Не, нормально, нормально у них здоровье, на самом деле так. И успел, ничего себе. Да, у них со здоровьем нормально все, и даже успевают плеваться, либо вот подходить близко. Окей, хорошо, теперь у нас прыгун будет. Правда, не сразу, сначала вот простые зомбики. Надеюсь, на прыгуна наберу сейчас пулемет, чтобы снять его до момента, когда он начнет прыгать. Да, пулемет есть. Прыгун. Отлично. Все, шикарно. Шикарно. Так, 4 коллекции есть. Но 4 коллекции есть, а мне еще есть запас энергии турнира. Так что я смогу еще раз заглянуть и, возможно, добью какую-нибудь 5-ю коллекцию. А то того, глядишь, и 6-ю. Окей, это не самые приятные зомбики, токсики. Но надо сносить именно их для начала, а потом уже всех остальных. Так как они все-таки дают прирост бонуса жизни группе зомбиков, которые вокруг них находятся. Хорошо, что пауков все-таки можно быстро снимать. И скорпиончиков тоже. Токсик. Неприятный элемент, но куда деваться. А даже пауки усиленные, да, получается, или нет? Хорошо, хорошо. А благодаря паукам избавился от нескольких зомбиков. Это приятно. Киркланд. Сейчас у нас тоже будет несколько неприятных зомби. По-моему, будет прыгун, если я не ошибаюсь, да. И, в принципе, вроде как все. По-моему, больше неприятностей никаких не будет. Да, отлично. До свидания, Кирланд. Мы пошли дальше. 6 коллекций, да. Предугадал. Ну что ж, тогда забираем все коллекции. Первый раз. Вторая. 2, 2, 3, 4, 4 и 5. Ну что ж, в этот раз слегка повезло. Это приятно, приятно. Спасибо, игра, за то, что немножечко подкинула бонусов. И что же у нас теперь есть в наличии? Ну, во-первых, золотые монеты сразу же идут на обмен, насколько я понимаю, потому что их мало и толку от них немного. Все они идут на обмен. Окей, хорошо, теперь у меня есть 3800, что, в общем-то, мало и ни на что
толком не хватает. На это оружие мне точно не набрать. Что есть интересного? Окей, ты у нас есть, да? А у меня 50 пазликов, нужно 180, это будет у нас пятая звезда. А здесь только сколько? Ну, в принципе, мне не хватит. Что здесь есть еще интересного? В принципе, наушники я даже не помню, есть у меня или нету, но смысла здоровья, защита, шанс критического урона. Тапки у меня такие, по-моему, есть или были. Кенгуруха неплохая, прикольная, смешная. Здоровье, защита, эффективность. Так, ничего серьезного, кружка тоже по большому счету. А вот кружка здоровья, урон, не, ничего интересного. Здесь есть книжки есть за 6800, да. Но в принципе это немного, конечно. 750 ускорений навряд ли я буду тратить на это. Так, что есть еще? Ну, 20 ускорений стоило. А тут сколько? 10, да? Мне кажется, это даже выгоднее, потому что можно купить за 1500 серебряных 20 ускорений. А тут у нас за 1000 золотых. Мне кажется, вот это вот выгоднее даже предложение. Это так, на всякий случай. Смотрите, предложение выгодное. Так, а здесь у нас ключики. Ну ладно, я тогда буду забирать просто вот этого героя. Он у меня будет... Ну, я его добью, получается. Максимально. В ближайшее время. И, в принципе, тогда, получается, больше она не должна будет попадаться ни в ящиках, нигде. $120. Нужно еще 60, да? Но зато, по идее, она не будет больше нигде попадаться. Где жетончики обменять? Жетончики обменять? 2650. А 2650 мне хватит на что? Может хватить... На книжке. А, но, честно сказать, жалко. Ракеты, книжки, гранаты. Ключи. Я, наверное, взял бы пару ключей. И, наверное, я взял бы вот эти вот ключи. Пусть даже ничего там серьезного оттуда не выпадет. Но, кто знает. Ладно, 8 гранат в любом случае. Там были по 300, да, гранат или что-то еще по, за 5 гранат. Не очень выгодно. 4 эволюционных детали. Но это получше. По крайней мере, 4, а не 1. Просто здесь есть вот это вот оружие, которого у меня нет. Причем у меня нет вообще, по-моему, да? А, здесь даже пазликов нету. Просто либо оно выпадает, либо не выпадает. Или все-таки по пазликам. Золото и так далее. А, поэтому, в принципе, конечно же, хорошо. О, отлично, я уже долго играю. А здесь как раз апгрейд пошел. И что можно сейчас улучшить? А, наверное, все-таки я улучшу... Да мне бы на самом деле... Вот так вот поступить... Не знаю, хватит этого или нет. Если 1030 будет, хватит ли этого на апгрейд маленькой башни? Но я вот маленькую башню запустил на апгрейд. Вот так вот возьму. Не знаю, хватит или нет. Хватает. Все, я запускаю маленькую башню на апгрейд. Пусть она апгрейдится. И плюс у меня открывается еще новый слот, благодаря которому я могу быстренько тоже набрать немножечко... очков для того, чтобы завершить, ну, забрать, собственно, награды вне труда. Потому что здесь осталось всего-навсего сколько? Ну, 900, да? Это получается, ну, маленькую башню с нуля, ну, раза 4 или раз 5
Ну, точнее, построить и раз в 4, наверное, ее проапгрейдить, улучшить. И, в принципе, 4 или 5 раз улучшить, и все. Закрою турнир. Но, в принципе, приятно, по крайней мере, будет еще 100 ускорений. Можно будет вертолетную площадку добить. Плюс какие-нибудь такие вот эти вот здания внутренние, которые я обычно не хочу улучшать, тоже добить. Будет приятно. А сколько нужно теперь до следующего улучшения? А вообще ничего не нужно, да? Мне можно смело улучшать сразу, но только я не хочу этого делать пока. Осознанно. Что ж, и на этом, пожалуй, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Вот такой вот видосик получился. Еще раз напомню. Здесь уже нету, да, ежедневное золото. Вот он, вот он. Выбери своего героя, вы можете выбрать собственные награды и так далее. Если вы еще сюда не зашли, заходите и первый набор получаете бесплатно 50 золотых плюс дополнительные награды, там ускорение, энергии и так далее. Вот, и на этом, пожалуй, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем отличного времени суток, где бы вы ни находились. Отличного утра, спокойной ночи или отличного дня. Всем вообще шикарных выходных. Сегодня пятница, так что отработали и будете отдыхать. Я в выходные, к сожалению, работаю, но ничего страшного. Вот, всем отличных выходных. Увидимся, когда, собственно, увидимся в следующем видосике или в стриме, что будет быстрее. Всем пока!